Так, вот это вот стоят кастрюли с горячей водой. Маме надо еще помыть голову сегодня. Она хочет, чтобы я ее покрасила. Так что я тут вот еще подбросила дров немножко. Хоть уже и поздно, детей спать. А я вот пошла на кухню, чтобы подбросить немножко костер. Потому что нам еще надо сегодня покраситься. Откопала тут еще пару штук. Не хочу идти в сарай за большими. Не знаю, будет гореть, не будет. Может, как раз. Ну все, красавица. Все. Ну. Тебе надо посмотреть? Давай. Пошли, мы уже 3 часа. На тебе посмотреть. На тебе посмотреть. Надо весь носок. Здесь я кремчик приносила, Дэви. Дэ, кремчик, Дэ, посмотреть. Вот такая прическа. А косы дуже черные? Ну, такие, ну, они не черные, они такие, типа, темно-коричневые. Надо было тебе еще профилировать снизу. Ничего, хватит. На следующий все. Раз. Нормуль? Нормуль. А меня кто будет стригти? Не знаю. Глянь, Ляненька, ты красива. Ты стригтися не хочешь. Ляненька, ты красива. Да, красиво. Смотри, знаешь? Хорошо. С укладочкой сразу. Угу. Надо было всю сторону трошки подкрутить. Не надо. Мне неудобно было с той стороны. Все. Давай я тебе всю сторону еще подкручу. Ален, все, я не хочу, чтобы ты меня дергала. Ну, я хорошо. Покрасилась. А ну, дай я посмотрю. Подожди. Хорошо, и покрасилась хорошо. Да, кто меня покрасит, пострижет. Хорошо, когда дома есть парикмахер. Угу. Да? Только парикмахеру плохо. Парикмахера никто не стрижет и не красит. Я ничего не знаю. Угу. Главное, что меня постригут. Ну, конечно, главное, что ей постригнуть.